Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, вы пишете, как начать новую жизнь. Вы знаете, Светлана, правда в том, что новую жизнь не начать никак, потому что нет вообще такого, в принципе, понятия, как начать новую жизнь. Вы живете уже здесь и сейчас. И все, что вы можете сделать, это, ну, как-то, может быть, поменять немного, да, свою жизнь. Все, что вы можете сделать, это как-то ее изменить немного. Вот. Это вы действительно можете сделать. Но вы не можете начать новую жизнь как таковую, потому что это невозможно. Вот. Поэтому здесь вы в первую очередь, как мне кажется, ставите перед собой заведомо такие вот невыполнимые задачи. И кто знает, может быть, вы это делаете не случайно. То есть, вот, понимаете, да, какая штука? Изначально, заведомо, грубо говоря, поставленная цель не совсем верно, да, адекватно поставленная цель, она на корню рушит вот любое ваше начинание, в принципе, вот. Потому что, ну, понятно, да, что если вы там серьезно мечтаете или серьезно хотите начать новую жизнь, вот, а это сделать невозможно, то вы, по сути, обрекаете себя на фрустрацию, вот. То есть вы будете постоянно фрустрировать, да, постоянно будете фрустрировать из-за того, что, ну, как бы, возможности начать новую жизнь у вас нет, ни у кого нет. То есть то, что вы можете реально сделать, это вот, соответственно, как-то что-то изменить, да, что-то поменять. Дальше. После 30 лет, как будто я навсегда потеряла себя ту, которая была. Ну, опять же, да, здесь что мы с чем мы имеем дело? Вы говорите, навсегда, как будто навсегда себя потеряла. Вот. То есть, вот, навсегда немножечко настораживает. То есть, откуда вы знаете, что навсегда? Почему вы считаете, допустим, что вы не можете быть вот такой, какая вы есть сейчас, да? То есть вот вы пишете, что потеряла себя. Почему вы считаете, что вы себя именно потеряли? То есть, может быть, вы себя не потеряли, а, например, просто изменились. Я вот не думаю насчет того, честно говоря, что вы именно повзрослели. Я думаю, что здесь не во взрослении дело. Я думаю, что дело все-таки именно в изменениях ваших, то есть тех изменениях, которые имеют место быть у вас, вот. Но это ни в коем случае не потеря себя, это именно изменения, вот. Понимаете, какая штука? То есть здесь такой очень важный момент, и его нужно обязательно учитывать. То есть, почему вы воспринимаете вот как потерю
свои перемены, да. Если вы, к примеру, допустим, потеряли возможность заниматься тем, чем вы занимались, допустим, до этого, если вы потеряли возможность добиваться каких-то целей, которых вы добивались, то это да. Но это, опять же, на самом деле требует изучения, потому что если вы перестали достигать каких-то целей, если ваши изменения спровоцировали вот изменения в целеполагании, да, и в целедостижениях, то возможно, что это какой-то естественный и нужный вам процесс. Это что-то, что вам необходимо. Вот. Хотя, безусловно, здесь ну, тоже есть какие-то нюансы, да, здесь, безусловно, тоже есть какие-то моменты, которые, ну, возможно, тоже нужно исследовать, да, то есть изучать, потому что, ну, мало ли, может быть, есть каких-то нюансов, мы не учитываем. Дальше, значит, шла напролом, добивалась всего, делала сумасшедшие поступки. Знаю, что просто повзрослела. Ну, понимаете, я бы сказал, что вы не повзрослели. Потому что взросление — это все-таки немножко другая история. У вас, судя по описанию, получилось так, что вот когда вы шли на пролом и добивались всего, делали сумасшедшие, как вы говорите, поступки, это скорее, знаете, ну, что-то вроде бунта. То есть вы бунтовали, вы сопротивлялись, как бы получается. То есть это больше похоже вот на, ну, какую-то, знаете, борьбу. Это больше похоже вот на какое-то постоянное, знаете, доказывание. То есть как будто вы вот доказываете постоянно кому-то что-ли, кому-то что-то, доказывали кому-то что-то. Вот. И это работало до тех пор, пока было желание доказывать, пока было что доказывать. То есть это, конечно, определенно вас мотивировало, определенным образом мотивировало вас, но это не то, что может мотивировать, грубо говоря, постоянно, да, потому что если человек кому-то что-то доказывает, то он же живет не совсем как бы своей жизнью, он живет целями других людей, не своими целями он живет, понимаете, какая штука. Поэтому здесь, мне кажется, надо бы поисследовать именно вот этот момент, что значит вы шли на пролом, что значит вы добивались всего, что значит вы делали сумасшедшие поступки, ну и для чего, ради чего это все было. Далее вы пишете: знаю, что я просто повзрослел. Опять же, что вы вкладываете в это понятие? Что вы вкладываете в это понятие «просто повзрослело»? То есть, ну, что это для вас означает? Это важно. Далее. Но не в положительном направлении для себя, для души. А в каком? Я каждый день задаю себе вопросы в голове, как стать лучше, как избавиться от рамок, как измениться. Ну, здесь, Светлана, на первый план выходит то, что мой коллега, в принципе, вам сказал, Кудряшов Игорь Леонидович, о том, что безусловное принятие себя, то есть вы себя не принимаете, вы как бы себя
вот, ну, получается так, что вы себя постоянно оцениваете. А правда -то заключается в том, что человек сам себя оценить, ну, не сказать, чтобы в силах, то есть не сказать, чтобы человек мог сам себя оценивать. Это на самом деле, ну, практически невозможно. То есть невозможно человеку самому себя оценивать. Вот. То есть человек может только себя принять, человек может только смотреть на то, что для него лучше, на то, что для него полезнее, на то, что для него приятнее, на то, что ему хочется, на то, что ему нравится, но ни в коем случае не может себя оценивать. Вы же говорите, как стать лучше. Это оценка, оценка всегда идет извне, то есть вы как бы оцениваете вроде бы сами себя, но в действительности оценивает вас здесь кто-то другой, не вы сами. Ну, как избавиться от рамок? Опять же, для чего избавляться от рамок? Что такое рамки? Это нужно исследовать. Как измениться? Опять же, для чего? Понимаете? То есть, вопросы изначально заданы не совсем корректно. Не как стать лучше, да, а зачем, в первую очередь, для чего? Совершенно очевидно, что когда у вас были цели, вот когда у вас были цели, вы шли на пролом, добивались всего и поступки сумасшедшие совершали, а теперь цели нет. И остается вопрос как. Вопрос как без понимания зачем абсолютно бесполезен. Дальше. Сплю допоздна, ощущаю, будто это не моя жизнь. Ну, смотрите. Опять же, это очень похоже на то, что вы просто потеряли цели, перестали слушаться своих желаний. Вообще, знаете, вот такое ощущение, да, что после 30 лет что-то произошло. То есть, ну, кто-то, может, это назовет кризисом 30 лет. Кто-то может, ну, посчитать, это вот кризисом 30 лет. Я, если честно, не склонен так думать. Честно скажу, я не склонен считать, что у вас именно кризис 30 лет. Вот, я больше думаю, что вот, ну, какие-то вещи, какие-то истории, какие-то ситуации, может быть, с вами произошли, что-то с вами произошло, вот, после, значит, 30 лет, что вот, соответственно, вызвало такую реакцию у вас. Такую вот, значит, такое состояние. Вот. Возможно, это было какое-то потрясение, возможно, это просто какое-то глобальное потеря смысла. А может быть и кризис. Может быть и кризис. То есть это вот потеря смысла жизни. То есть вот все, чем вы жили до сих пор, до 30 лет, да, ну, вам 32, значит, все, чем вы жили до 30 лет, все это теперь потеряло свое значение. А нового, как бы, смысла вы не нашли. Вам нужно помочь найти себя. Но без обратной связи, конечно, это будет сделать достаточно сложно. Дальше, будто это не моя жизнь. Хорошо, а какая ваша жизнь? То есть, вот, вы понимаете, да, Светлана, вы мыслите слишком, слишком глобально, что ли? То есть вы вот мыслите, это не моя жизнь, как начать новую жизнь. Не то, чтобы я против подобного, просто мне видится, что на бытовом повседневном уровне, скажем так, подобные умозаключения, они на самом деле бесполезны, потому что их нельзя никак практически использовать. И вы говорите, это не моя жизнь. Это означает, что вам не нравится то, что вы делаете.
да, вам не нравится то, чем вы живете, вам не нравится ваш быт, ваша реальность. Но если вам это не нравится, то это не нравится почему-то, чем-то, из-за чего-то, да? Значит, нужно здесь поисследовать, чем не нравится, что не нравится, почему не нравится. Может быть, что-то нравится, но вы считаете для себя, например, это абсолютно неприемлемым, или что-то типа того. То есть эти моменты, их тоже нужно исследовать. Дальше. Дальше. Значит, так, живу за границей, остаток хороший, все есть, кроме гордости за саму себя, за то, как развивается моя жизнь. Ну, опять, гордость за саму себя. Разве вот недостойно гордости то, что вы живете за границей, то, что у вас хороший достаток? Разве это недостойно, ведь вы этого добились? Почему вы это обесцениваете? Откуда идет это обесценивание и пренебрежение? Понимаете, вот... То, что вы можете сказать, типа, да, это фигня, это у меня там получилось случайно и так далее, да, про все абсолютно вы можете сказать так. То есть тут вот именно то, о чем говорил мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович. Вы либо принимаете и цените, и гордитесь абсолютно любым своим достижением, каким бы мизерным оно ни было, и считаете, что да, я это сделала, да, я это смогла, да, я с этим справилась, да, я молодец. Либо вы осуждаете абсолютно все, что угодно, в себе. Обесцениваете в себе абсолютно все, что угодно. Третьего, к сожалению, не дано в данном случае. То есть, если, опять же, более, вот если более углубляться в это, если научить вас более тонко различать грани, то вы сможете увидеть, что в себе можно ценить и за что себя можно хвалить, а за что себя, ну, иногда полезно и поругать. Но опять же, поругать по-доброму. Вот. Это первое. Второе. Как развивается моя жизнь, пишете вы, Светлана. Здесь момент, на мой взгляд, заключается в следующем. Жизнь, она не развивается никак без вас. То есть вы как бы свою жизнь позиционируете как что-то отдельное от вас, вообще с вами ну, никак вот не связано. Это может быть просто игра слов, но мне почему-то кажется, что вполне возможно вы так думаете. Вы так думаете на самом деле. Если это так, если это правда, то у этого есть серьезные проблемы. То есть, ну, вот у этого есть серьезные негативные последствия. Жизнь не может развиваться без вас. Жизнь не может развиваться никаким образом без вашего участия. Дальше. Появилась куча страхов, из-за чего неуверенность в себе, опять же, в чем? Ощущение, будто я старая, хотя мне 32 года. Но опять же, понимаете, появилось все это не на пустом месте. Появилось это все, скорее всего, в результате потери смысла жизни. А смысл жизни или какие-то цели вы потеряли потому, что те цели, которые вы ставили себе, были не совсем ваши. Ваши цели за вот этим стремлением доказать, победить и так далее, просто-напросто не было. Вы не привыкли к себе прислушиваться. Отсюда, вероятно, и все вот эти вот состояния. Дальше. Хотела обратиться к психологу, но даже не знаю, с какой проблемой. Их накопилось как будто море. Ну, просто последовательно, вы с психологом последовательно обсуждаете каждую проблему. Вот и все. То есть, как бы, психологу не нужно даже иногда знать, с какой проблемой к нему пришел клиент. Потому что
клиент может сам не знать, какая у него проблема. Консультанты работают с переживаниями, с чувствами, с желаниями. То есть мы помогаем человеку, мы помогаем клиенту себя лучше осознать. Осознать себя самого, в первую очередь, лучше. Здесь не столь важно наличие или отсутствие проблем. Проблемы-то они всегда по жизни будут. Это нормально. Вопрос в том, как вы их решаете. Вопрос в том, какой вектор вы выбираете при решении проблем. Какое направление. У меня есть мечта, но сейчас у меня ощущение, будто она неосуществима, особенно в моем возрасте. Во-первых, Светлана, кто вам сказал, что мечта должна обязательно осуществиться? Это первое. Второе. Какая связь между мечтой и возрастом? Объективная связь. Третье. Вы пишете, что у меня ощущение, будто она неосуществима. То есть ощущение. Вы так чувствуете? Но чувствуете ли вы это? Быть может, вы чувствуете что-то совсем другое. Но окраску имеет ваше чувство в виде отношения к мечте. То есть вы не критически относитесь к своим ощущениям. Вот к себе вы относитесь критически. Себя вы, грубо говоря, обесцениваете, да? Себя вы, грубо говоря, оцениваете. А вот к ощущениям критически вы не подходите. Почему? Ну, с точки зрения психологии, есть ответ, он гласит вторичная выгода. То есть вам почему-то более выгодно за что-то себя критиковать, в чем-то себя критиковать, а в чем-то нет. У этого есть, опять же, причины и основания. Вот это надо бы поисследовать, если я прав. Дальше. Я стал стеснительным, у меня почти нет друзей. Но опять же, это скорее, как бы, вот то, что вы сказали, стеснительный, это результат потери цели и смысла. То есть мне думается, что любой человек без вот какого-то ориентира в жизни, он станет стеснительным и неуверенным в себе. Ну, потому что ориентир какой? Либо желание, либо цели. Совершенно очевидно, что вы не привыкли полагаться на свои желания, вы привыкли полагаться на свои цели. Может быть, вам казалось, что... вы делаете это по своему желанию, и отчасти это так. Но, поскольку сейчас вы переживаете кризис, то совершенно очевидно, что цели были важнее желаний. Вот. То есть, если человек теряет и цели, и свои желания, если вот это происходит, он действительно становится стеснительным. То есть, ваша реакция – это нормально. Что касается того, что у вас почти нет друзей, здесь, опять же, не очень ясно вы выразили свою позицию. И вот почему. Дело в том, что... Смотрите, какая штука. Если бы вы написали, у меня почти не стало друзей, это одно. Почти не стало друзей, это понятно. Это вот как бы следствие того, что происходит сейчас. Но вы говорите, что у меня почти нет друзей, а значит, у вас не было друзей и раньше. А значит, сейчас у вас, вероятно, просто изменилось отношение к тому, что нет друзей. У вас нет друзей. Вот и давайте подумаем о том,
какое же значение для вас имеют друзья, какое значение для вас имеет отсутствие друзей. Люди вокруг совсем не привлекают меня, а должны привлекать вас. Что вы вкладываете в это слово «привлекаю»? Я бы не сказал, что люди могут привлекать или не привлекать. Понимаете, вы либо принимаете себя такой, какая вы есть полностью, и принимаете других людей, любого человека, таким же, какой он есть, и находите в каждом, благодаря этому, что-то ценное для себя. Да? То есть, ну, просто ваши цели, ваши желания в той или иной степени соприкасаются с людьми. Они могут быть приятны, они могут быть неприятны, они могут вызывать симпатию, могут вызывать антипатию. Это все не столь важно. Да? Вы просто смотрите на людей, как на достойное существо, достойной любви, достойное принятия, достойное уважение. Вот. Кого-то, понятно, вы можете не уважать, если это не соответствует вашим ценностям. Но это уже другой вопрос. То есть изначально люди привлекать к себе не могут. Если они привлекают чем-то, то есть вы что-то хотите, а вас человек привлекает. Это, ну, не совсем корректное построение отношений. Это построение отношений по принципу «дай», а не «отдай». То есть, как бы, отношения – это все-таки, когда люди отдают, а не берут больше. То есть, понятно, что они что-то получают, но отдавать в отношениях все же важнее, чем брать. Так, у меня есть жених, но я вообще не хочу детей, даже больше боюсь. Так мне кажется, что на этом заклинится мое восхождение к Олимпу, который и так уже давно застопорился. А для чего вам восходить к Олимпу? То есть, мне кажется, вы сами понимаете, что это сейчас уже сомнительный ориентир восхождения к Олимпу. Знаете, я вам рекомендовал бы почитать в интернете психологический драйвер «Добейся успеха». Вот это, мне кажется, про вас. Восхождение к Олимпу, это все вот про вас. «Добейся успеха». Это вот такой психологический драйвер, то есть такая, знаете, красная нить всей вашей жизни. Такой лейтмотив всей вашей жизни. Или всего вашего жизненного пути. Ну, а может быть, есть что-то другое. Там очень много есть драйверов, на самом деле, там «добейся успеха», вот я сказал, значит, там «постоянно преодолевай», вот так и звучит, «постоянно преодолевай», «труд – это тяжело», значит, что там еще, ну и так далее. То есть сейчас я уже не вспомню, но есть еще драйверы, значит, посмотрел там «постоянно страдай», «терпи», просто терпи. Вот. То есть ребенок, грубо говоря, когда-то услышал, вот, что он должен добиться успеха. И все. И он этому успеха добивается услышать. Уже не надо, а он продолжает добиваться. Понимаете, какая штука? Поэтому вот вы прямо психологический драйвер почитайте просто чисто, чтобы понять, ну, чтобы получить представление об этом. Можно будет с вами в этом контексте поработать. Дальше. Так, у меня есть жених, но я вообще не хочу детей. А скажите, где связь? Жених и дети. Понятно, что без жениха детей, скорее всего, не будет. Именно в вашем случае. Да. Но обязательно ли дети, если у вас есть жених? Я могу понять, почему вы не хотите детей. Потому что вы сами еще вот, ну, не готовы стать родителем. У вас слишком много вот своих внутриличностных проблем. Противоречий. Не готовы к детям. Это понятно. Но где связь между женихом и детьми? Если жених хочет детей, хорошо. Он знает, какая вы. Он знает, какой вы человек. Он знает, что для вас важно. И если он принимает вас такой, то он прекрасно примет и то, что дети пока невозможны для вас. Дальше. Так, перестала ходить в спортзал, совсем не вижу смысла. Смысла в чем? Опять же,
перед тем, как не спортзал, а для чего ходили раньше. Теряю форму, хотя всю жизнь в спорте. Опять же, всю жизнь в спорте, чтобы что? Всю жизнь в спорте для чего? Что со мной происходит? Ну, в принципе, вот я и Кудряшов Игорь Леонидович описали, что с вами происходит. То есть тут опять же, тут не столь важно, что происходит с вами, сколь важны ваши переживания и что вы со всем этим хотите и можете сделать. Что именно происходит, не особо важно. Да, есть подозрение на депрессию. Есть подозрение на хроническую усталость. Есть подозрение на эмоциональное выгорание. Так, все это действительно может быть. Что конкретно у вас, только сказать сложно, на скидку. Так. Если мы говорим о депрессии, здесь лучше обратиться к клиническому психологу, либо психотерапевту, психиатру, вот, чтобы он вам подтвердил или опроверг диагноз депрессии. Вот. Если диагноз есть, то вам назначат лечение, вот, и психотерапию. Если, да, и лечение будет обязательным элементом психотерапии. Если депрессии у вас нет, а есть просто депрессивное состояние, тогда только психотерапия, без лекарств, без медикаментов, вот, ну, тут уже на ваш выбор. То есть, либо это группа встреч, групповая терапия, либо это индивидуальная работа с психологом на, ну, постоянной основе какой-то. И в результате вы для себя какие-то вещи можете понять, увидеть, раскрыть. То есть, еще раз, проблемы не уйдут, но вы научитесь их решать. Трудности не исчезнут, но вы сможете посмотреть на них по-другому. А ваши противоречия просто-напросто не станут такими яркими в результате психотерапии. Но опять же, смотря какой, да, смотря какой. То есть школ-то психотерапии очень много. А кто может помочь? Ну, если у вас депрессия, то психиатр, психотерапевт, клинический психолог. Если депрессии нет, если вообще ну, вы нормально психически здоровый человек, у вас нет психических заболеваний, то консультант, психолог-консультант, любой абсолютно, любой школы может вам помочь. Как правило, сейчас нет терапевтов одной школы какой-то, есть терапевты разных школ. Ну, то есть мультимодальники, поэтому все мы мультимодальники в этом смысле. Так что я думаю, что просто нужно посмотреть, какая школа, ну, какой подход, метод вам больше всего подойдет. То есть вот если у вас есть потеря смысла, значит это экзистенциальная терапия, логотерапия, да. Если это детско-родительские отношения, то это транзактный анализ. Если это работа над собой, над своими чувствами, это клиент-центрированная терапия. То есть вот примерно так, примерно такая история. На этом все. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы все-таки выберете себе психолога и начнете с ним работать, даже не по проблеме. То есть вообще идеально, если вот вы говорите, что у вас море проблем, да, вот выпишите все проблемы, которые вы считаете проблемами, и просто вот с психологом, выбранным вами,
Просто последовательно каждую проблему начинаете обсуждать. Я уверен, там много всего всплывет того, о чем вы хотели бы поговорить. Всего вам самого доброго.